30 тысяч куличей на Пасху – главная на сегодня производственная задача для кондитерского цеха Сахалинского хлебокомбината. Чтобы выполнить ее, работу наладили в круглосуточном режиме. Коллектив, а это более 60 человек, готовит не только классические куличи. Каждый год технолог разрабатывает новые авторские рецепты, чтобы удивлять покупателей. В новинку у нас вошла Пасха царская творожно-карамельная на вареном сгущенном молоке. Натуральная полностью, с добавлением кураги. Это изюминка. Также мы сделали торт пасхальный, новый маковый бисквит, который пропитан молоком цельным, заварным кремом натуральным. Я думаю, что покупатели оценят это. Самое сложное в процессе приготовления кулича – это выдержка и терпение. Работу ведут преимущественно вручную. Кондитеры отмечают, очень важно правильно смешать ингредиенты, а также знать, как разложить по формам. Так выглядит тесто после цехоформовки. После этого его отправляют в специальный шкаф. Здесь определенная температура, определенная влажность и, самое главное, время, необходимое для того, чтобы тесто поднялось. Только после этого будущий кулич отправляют в печь. Чтобы не пришлось допекать, Сахалинский хлебокомбинат увеличил производственную норму вдвое. Эксперты убеждают, что пасхальной продукции хватит всем островитянам. Сегодня в регионе работает 97 предприятий отрасли. Сегодня изготавливаются и куличи, и творожные пасхи, и пирожные, и торты пасхальные. То есть разнообразие продукции, ассортимента сегодня даст возможность на любой потребительский вкус выбрать ту продукцию, которую они захотят видеть на своем праздничном столе. Особое внимание кондитеры уделяют украшениям. Дизайн меняется год от года, но вкус всегда остается ярким. Яков Морозов, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ.